Друзья, всем привет! В данном видео я снова хочу разбирать проект Qubit X и давайте продолжим изучать его детали. Так вот, мы с вами остановились на деталях токен сейла. Ну что хочу добавить? Хочу добавить, что минимальный вход в данный проект 0.25 эфиров, то что я ранее не говорил в прошлом видеоролике. Также теперь усадение спец тоже давайте разберем. Так вот, самое минимальное число уходит на Bounty Airdrop. Это 2%. 3% на советников, 16% на общественный раунд, 20% на инвестиционный фонд Qubit X, 23% учредителям и команде разработчиков и 23% предварительный раунд. Ну и также видно, как распределяются средства с опытом, 5% на партнерство, 7,5% на юридический, 12,5% на операционные услуги, 15% на технологию, 15% на продвижение, 15% на резерв, 30% на ликвидность. Теперь разберем дорожную карту данного проекта. Так вот, инициатива проекта ТО проекта и бенчмаркинг были созданы в 4-м квартале 2017 года. Далее, 1-й, 2-й квартал 2018 это участие в проекте, структурирование команды, юридический процесс регистрации на Мальте, создание документа и вступление ангела с именного инвестора. Далее, 3-й квартал 2018 года, то есть что нас ждет в перспективе, это выполнение проекта, запуск послов каналов Qubit X, также опытный образец, начало предварительного публичного раунда и запуск Exchange Soft, бета-версия. А далее будет выполнение проекта продолжение, этап 1 будет интеграция финансовых услуг с Qubit X, конец предварительного публичного тура, обмен Go Live, общественный раунд TGE, глобальные акции. Далее, что у нас будет дополнительное, соответственно, расширение проекта, Qubit X Exchange тоже будет на блокчейне, редизайн платформы и непрерывное улучшение. Далее у нас есть информация про команду данного проекта, здесь, в общем-то, немножко слетели настройки, видно, что, в общем-то, фото не должно быть в таком большом количестве, но, собственно, нас это не особо интересует, команду, пожалуй, мы с вами пропустим, и давайте после того, как мы пропустим команду, тоже еще, в общем-то, скажу пару слов про данный проект. В общем-то, здесь что далее идет? Далее идут важнейшие вопросы про данный проект. Ну, опять же, такие вопросы, я считаю, что в данном видео разбирать нет смысла. Я думаю, что будет логично, если я это видео все-таки тоже прерву именно на описании как раз-таки дорожной карты и планов проекта, какие у них есть, в общем-то, идеи на дальнейшее развитие, потому что я считаю это довольно важным. Но тогда уже в следующем видео мы с вами как раз-таки приступим к ответам на самые частые вопросы по проекту Qubit X. Вот. Ну что ж, поэтому, что хочу сказать, кого проект заинтересовал, заходите и изучайте его, ссылочка есть в описании к этому видеоролику, там же в описании к видео я оставил и ссылку на, соответственно, white paper, то есть white paper более детальное описание данного проекта. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться в данном видеоролике, тогда спасибо за то, что его посмотрели, и всем пока, и до новых встреч уже в совсем скорых обзорах.